Канал Румменштайн 1 представляет Бург Реттлен Лёрах. На днях один из моих соратников покатался в тех краях и заснял обычный замок, расположенный недалеко от швейцарской границы в городе Лёрах. Я размещаю съемки, сделанные им на своем канале. Надеюсь, вам будет интересно, но в скором появятся, естественно, и мои ролики. Желаю вам приятного просмотра. Валя, привет. Я сейчас нахожусь в Лёрахе. Тут, короче, получается шлёз. Я потом тебе назову название, расскажу. Вот смотри, форма со шлёза. Я еще не заш... заходил уже, вышел сейчас. Смотри, идет форма. Вот раз. Потом идет туда раз. Углубление формы звезды. Я тебе потом пришлю полностью этот... Карта, как выглядит то все. Но много отчетов есть в этом. То, что, смотри, камни с одной стороны, ну, как этот, большинство, видишь, обгорелые тоже, как у нас на Вильхенсбурге. Тут тоже такая история. Ну, большинство этих камней, они немножко этот, по-разному лежат, знаешь. Вот, сейчас я немножко так примерно накидаю про твою теорию, то, что что-то должно плазменно гореть. Горело, вот. Это вот этот вход. Вот. Смотри, самая интересная штука. Мой друг тоже заметил. Вот на табличке сверху один стоит один. Потом идет руна 168. Не знаю, недостоверно. Может, это число. Я бы так обозначал, может, нам так впалили, что это число. Вот так вот, короче, это вход. Ну, тоже как бы развалины, уже вон, немножко из всего этого даха уже нету. Вот это Пенгшутц. Вот. Вот заходишь, там, короче, всякие каштеты стоят, там дальше бург. Там вот очень интересный объект посмотреть. Бург закрытая постоянно. Вот. Ну, не знаю, я сейчас просто первый день сегодня. Посмотрим, как этот, вот как планировка идет. Вырезание, видишь, сделано то, что уже мазерем типа фигарили. Ну, хорошо поделали, короче. Вот. Теперь идем к стене. Насчет стены что-то я. Видишь, нижняя стена тоже темнющая. Ну и кладка тоже по-другому уже выглядит, сильно обложена, опровнена, знаешь. Короче, вообще совсем другое, как вот это стоит. Ну, хотя похоже чем-то на что-то. Вот видишь, вот это, которое я тебе снимал сбоку. Видишь, эти пятна. Вон. Там что-то там герб замаленный. А вон римская башня, видишь, сверение. Вот это вот самое. И вот это я тебе фотку делал. Вот. А внизу, вон такие порталь стоит. Порталь Дролендерейк называется. Чё, зачем, почему, непонятно. Ну, прикольно. Короче, когда заберешься в Лёрах, я с тобой. И там еще этот табличка была. Вход запрещен. Так что надеюсь, что ты сегодня скоро сюда соберешься. Видишь, смотри, порталь. Дролендерейк. А вот я что хотел тебе показать. Я тебе еще пришлю фотку. Вот смотри. Вот это вниз внизу, как звезда выглядит, которая я вход тебе показывал, как звезда выглядит, да? Больше звездочек немножко не напоминается. Вот это я тебе тоже там внутри показывал. Вот. Но это вся вот эта окружность, так она идет. Там больше никаких этого. Это может быть Аусенпост. А там вот Лёрах внизу. Где-то с другой стороны еще что-то идет. Может быть, надо по карте как бы прокромсать, посмотреть. Вот. Сейчас, подожди, еще раз. Лёрах, бург. 333 метра. И Бодемершпиглен над водой 67 метров. Вот. Такая вот информационка.
мы находимся здесь. Так. Вот такая. И потом травиночка и портал. Где-то там начинается. Как типа речка течет. Сейчас покажу. Видишь, такие эти. Вествек, Шварцвальд, порталь Трайленда Лерлах. Вот смотри, тут вот Трайленда Лерлах и этот портал. Что за портал, в какую цукумфт, куда уходить в прошлое, бля? Непонятно, но здорово. Мне очень даже нравится. И вот такие вот исторические хрени. Ну, короче, смотри, наслаждайся, монтажируй, делай и прикалывайся. Давай, удачи, чао. Стоит такая вот немножко заваленная, типа очень интересно, очень говорят еще с римского времени, видишь, оно какой обгрев, прям обгревший он. Тут, не знаю, видно будет, не видно, но прям выгоревшие. Вернемся. Тут смотри, вот этот единственный камень, он по всей поверхности идет один единственный камень, положенный вот сюда, видишь? Вот это единственный камень. Это похоже на старую эту шоколадку. Хотя, если так посмотреть, там сама турм, которая посередине стоит, она квадратная, как римская выкладка, этот, ну... Много, конечно, запрятано, много заделано. Про Лерлах вчера, я позавчера почитал. Очень древний. Еще, получается, 600 до Христа, когда этот, когда Римская империя была, первый раз упоминается в Про Лерлах. Римляне больше, ну, Лерлах совсем не задели, больше с другой стороны заходили. Но тут находят останки в Лерлахе от кельтских этих... поселений было. Вот видишь, вот я шел и на вот это вот наткнулся, вот оно прям черное проплавлено. Вопрос, разве была раньше цемент был, разве был этот, вот это в чем принцип? Вопрос у меня. Ну, видишь, кладки. Конечно, с этим, как у нас Вильхенсбург, не сравнить. Но, видишь, в углу тоже сильно нагретая. Видишь, вон как она сбоку, главное, как облегает. Видишь, он. Ну. Это еще мало, как бы, типа, належь, то все. Пишется в истории, пишется, за что крепость старая. Ну, кладка уже, видишь, мне не нравится, конечно, это уже как чисто по-нашенски, по-новому сделано.
Вот, идем дальше. Вот теперь вот эта стена. Вот теперь вот эта стена, и она полностью серая. Серая. Выкладка, конечно, очень непонятная. Какие камни, что за камни. И толстый слой. Ну, мне уже кажется, и реставрировано, или так было. Просто залепили. Видишь, он полностью черный, это. Типа потеки. Ну и главное то, что это или белое, или уже отмыли. Или наоборот, это с которого от Маура шло шуц. Вот это между Мауром идет проход такой. Вон, видишь, вот. Они выгорены прям, ну как, по твоей теории что-то не то было. Видишь, тут обратно вот идет угол, угол звезды. Один вон там с той стороны был, а тут вот сейчас обратно этот угол тоже. Вон, видишь, вся крыша вон как обгорелая, прожженная, пропаленная, что-то такое. Поделитесь этим видео с близким человеком. На этом все. Жми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишите комментарии и читайте комментарии. Там иногда умные люди пишут умные вещи. Всем добра.